55 лет – это целая жизнь. За эти годы госпиталь накопил колоссальный опыт и сегодня готов оказывать медицинскую помощь населению на самом высоком уровне. Развиваются новые направления. Ежедневно хирурги проводят десятки сложнейших операций. Причем большая часть малоинвазивными методами, что позволяет пациентам существенно сократить время реабилитации после хирургического вмешательства. Многие врачи проработали в госпитале почти всю свою жизнь. Здесь защитили свои диссертации и здесь провели ряд серьезных открытий в области медицины. Госпиталь стоит твердо на ногах. Он своевременно подключается и включает в свою работу все новое, что появляется. В них сейчас хорошо развивается эндохирургия, васкулярная хирургия. Так что мы, как ветераны, радуемся этому и с большим удовольствием поздравляем госпиталь с юбилеем. Сегодня госпиталь РВСН называется иначе, третий филиал 3-го центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Но изменилось лишь название, главное осталось внутри. Это врачи, золотой фонд лечебного учреждения. Уже 10 лет, как я служу в этом госпитале, пришла туда еще капитан медицинской службы. И, конечно, с ним у меня связаны самые теплые впечатления, воспоминания. Я здесь училась, получала специализацию, училась у корифеев, можно сказать, военной медицины, которые научили меня очень-очень многому, дали такую хорошую путевку в жизнь и помогли найти себя на этом творческом пути, достаточно сложном, интенсивном. Но я надеюсь, что позволили стать мне хорошим профессионалом. Поэтому в этот день я бы хотела пожелать своим коллегам здоровья, конечно. Потому что работа наша сложная, работа наша интересная, требует полной отдачи. И я счастлива, что я стала военным врачом, что я тружусь в этом замечательном коллективе с очень богатой историей, с традициями, с хорошими. И надеюсь, что буду продолжать службу дальше. До сих пор с удовольствием каждый день иду на работу, с удовольствием, с чувством хороших выполненных дел ухожу с нее. Люблю ее за то, что она динамичная, она с людьми, она каждый день новая, ничего повторяющегося нет, и ты каждый день ощущаешь, что приносишь пользу людям. Руководство госпиталя ставит перед коллективом серьезные задачи и шаг за шагом идет к их реализации. Перспективы развития лечебного учреждения не призрачные, а вполне реальные. Сегодня учреждение открывает свои двери для гражданского населения. Здесь готовы оказывать медицинскую помощь каждому. Я знаю, какое будет у нас будущее. Будущее у нас будет очень хорошее. А коллегам своим и сотрудникам, ветеранам я желаю здоровья в первую очередь, хорошего настроения и оптимизма. По традиции свой день рождения коллектив в госпитале встретил в городском доме офицеров. На сцене популярные артисты, которые пришли поздравить любимых врачей с такой серьезной датой. Полувековая история развития военного госпиталя позади. Впереди новый виток, новые открытия и новые возможности. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».